Представьте катушку Теслы, разряд которой фокусирует баллистическое направляющее из Эллерия. Давайте попроще. Это молниевая пушка. Похоже, штука полезная. Вам помочь ее испытать? Мы ждали, что вы об этом спросите. Наш лаборант опять испарился. Нет, не в буквальном смысле, что вы? Нет, такого у нас не бывает. Так вы сказали... Ну да, все готово к стрельбе. Просто нажмите кнопку и отойдите. И смотрите, не испаритесь. Спасибо, я все понял. Я уверен, вы нам поможете. Полевой агент на испытаниях не помешает. Будьте любезны, нажмите кнопку на устройстве, и мы продолжим. Сомневаюсь, что эта штука пригодится в бою. Опс! Сейчас настрою разряд. Давайте еще разок. Это уже лучше. Удовлетворительно. Но, думаю, это не предел. Еще раз увеличим мощность. Пробуйте. Кажется, вам есть еще над чем работать, господа. Все живы-здоровы? Все живы. Вы это видели? Изумительно! Какое чудо! Мы остались живы! Потрясающе! Что у вас сегодня на чертежной доске? Как всегда. Новое оружие, модули для Мстителя и... пара задумок на потом, если... когда будем восстанавливать общество. Есть у вас новое оружие? Мы с Мёрфи разобрали по винтикам все, что вы принесли, но скрестить их технологию с нашей не так-то просто. Со Мстителем у вас все получилось. Признаюсь, мы не создали бы Мститель без доктора Уира, а заниматься разработкой оружия ему мешает совесть, насколько я понимаю. Есть у вас новое оружие? Мы с Мёрфи разобрали... Сам Мститель. Признаюсь... Как продвигается Мститель? Медленно, но верно. Доктор Уир показывал нам врата Венна, так что мы поняли, какие нагрузки придутся на корпус, и как следует его укрепили. Странно, что такая посудина вообще летает. О, да. Многократная тяга доктора Дрезнера — удивительная вещь. Если направить всю эту энергию в одну точку, кинетическая энергия будет равна... Я готов обойтись без подробностей. Рано мечтать о восстановлении общества, но мне любопытно, что вы задумали. Да так, баловство. Я изучаю оставшиеся фрагменты семян чужих. Представьте, что будет, если мы создадим нечто подобное. Да, при восстановлении это нам здорово поможет. О, да. Мы могли бы отстроить разрушенные районы, разбить лагеря для беженцев. Доберите больше. Колонизировать бывшие земли Совет. Вы слишком торопите события. Конечно, другие страны могут решить, что продолжается нашествие чужих. Но знаете что, Картер? Из этих семян можно вырастить и бункеры, и укрепления, и... Док! Виноват. Мне надо идти. Удачи вам, док. Да, да, конечно. Друг на друга.
Проверьте все и перепроверьте. И еще раз проверьте. А потом все заново. Картер, вы не представляете, что мы нашли. На мститель пытался пролезть шпион. Шпион здесь. Черт, он что-нибудь испортил? Да нет, мы сейчас все проверяем. Но вряд ли он много наворотил. Еще один чужой. Вот черт. Это не чужой, это красный. На нас напали пришельцы. А теперь и от советов надо отбиваться. Эти коммунисты никогда не сдаются. Красный? Как он сюда попал? А он тут давно был. Он пролез на базу еще до нападения. И до сих пор не попался? Я уже хочу с ним поговорить. Где он? В конторе мастера. Вон там. Полк сказал его допросить и расстрелять. Пришли поболтать с Красным? Пустое дело, конечно, но все равно. Удачи. Czemu jesteś tu? Mam jeszcze pytanie. Czy będą tortury? A co? Wam to нужно? Я думал просто поговорить. Мне нужно знать, зачем вы здесь. Nic nie powiem na twoje pytania. Нет, скажешь. Myślisz, teraz będę mówił? Jesteś słaby. Wszyscy jesteście słabi. Вообще-то, если вы еще не заметили, холодная война прекратилась. У нас появился враг посерьезнее. И у вас. Jak ja znowu przybyszę? Słyszałem już tę bajeczkę. Masz mnie za idiotę? Послушайте. Я был снаружи. Это правда. Половина планеты мертва, а другая половина заражена. Они ударили по всем. Уверяю вас, ваши друзья в Советском Союзе тоже в беде. Если они еще живы, конечно. В чем я лично сомневаюсь. Это бздура. Не macie żadnych dowodów. Только те głosy z radia и фальшивые zdjęcia. Не верю в tę bajkę. Убивать вас было бы глупо. Неизвестно, сколько вы скрывались здесь. Зачем вас убивать? Нам нужны такие агенты. Чужие — это проблема не только для Америки. Для всех. Мыслишь, что сейчас буду говорить? Jesteś słaby. Wszyscy jesteście słabi. Я предлагаю вам сделку. Отправлю вас наверх. Вы сами все увидите. Если я сказал правду, вы работаете на меня. А если нет... Езжайте на Кубу. Не так легко дмухать мне в каше. А вам-то что? У вас будет пушка. Будет, так сказать, относительная свобода. Дальше не мои проблемы. Файне. Может, сам забачишь ты шибыши. Я рад, что вы с нами. Не сердитесь, что я подслушивал. Вы правильно сделали. Нам любая помощь пригодится. Пришлось повозиться, но думаю, он будет за нас. Не верьте ему, Картер. Сейчас люди воюют с пришельцами. Русские, американцы, без разницы. Надо вывести его на поверхность. Показать, что у нас устроили чужие. Как скажете. Могу взять его на вылет. Надеюсь, он поймет, наконец, кто хороший, кто плохой. Слышал, Фолк устроил вам веселуху? Обхохочешься. Могло быть и хуже. Меня час продержали в изоляторе, пока чистили после вас испытательную лабораторию. А на вас нападали? Сдаюсь, у вас было хуже. Что вы хотели? Так, что делают с рейнджерами? Поглядел я на эти титаны и попросил поставить рейнджерам новые борта, как у Мстителя. И что это даст рейнджерам? Ничего сверхъестественного. Но они станут побыстрее, помощнее и покрепче. Насколько надежны эти новые технологии? Вот заодно и узнаем. Как поживает Мститель? Почти готов. Если эта кастрюля полетит так же, как на испытаниях, вы даже не почувствуете тряски. Лишь бы до цели добраться. Узнайте у фюрера, где цель, а мы со Мстителем вас довезем. Ладно, пора за работу. Это верно. Дайте мне секунду, я подготовлю нашу пташку к вылету.
Парни, подъем. У нас новое задание. Опять будем спасать несчастных старушек или что-то повеселее? Веселее некуда, Кинни. Мы отправляемся в логово зверя. Ну, наконец-то! Лунатики собираются около башни в штате Нью-Мехико. Мы разберемся, в чем дело, а потом вырубим саму башню. А мы от лунатиков точно ничем не заразимся? Лучше думай о том, как попасть в башню живыми. Есть, сэр! Задание будет долгим. Надо разведать обстановку, найти вход в башню, но главное — не выдать себя, пока не будем готовы к удару. Поменьше Джона Уэйна и побольше Джеймса Бонда? Ты читаешь мои мысли. Если повезет, мы найдем лекарство от лунатизма. Если оно существует. Да кто его знает. Но если не надеяться, лучше сразу сдаться. Вчера ночью в коридоре. Первый раз сажусь за линией фронта, но никак не могу привыкнуть, что фронт проходит по нашей земле. И не привыкайте. Лучше подумайте, как добраться до военного завода чужих. Которые эти твари выстроили на главной улице прямо в сердце США? Как такое стерпишь? Мы не собираемся это терпеть. Мы их остановим. Соберитесь, Барнс. Добил его! Так и лежи! Жду приказов.